Волонтеры – это добрые и отзывчивые люди, которые всегда готовы протянуть руку помощи людям и животным. Волонтеры проводят множество мероприятий и акций, от которых люди получают очень положительные эмоции. Например, проводилась акция «Обними за улыбку», где два человека обнимали друг друга в дружеских объятиях и подарили друг другу улыбку. Волонтеры – это то, на чем держится мир. Которые помогают тем, которые не могут помочь своему себе. Волонтеры вносят большой вклад в нашу жизнь. Они ходят, помогают бабушкам, дедушкам, ходят с концертами к детям в ОВЗ. А еще они проводят субботники. Я помню случай, когда я проходила по парку и увидела группу людей, девушек и парней, которые убирали парк. Я подошла к ним и узнала, что они волонтеры. И мне очень понравилась эта идея, и я помогла им. Волонтеры занимаются патриотическим воспитанием молодого поколения, проводят субботники, проводят разнообразные мероприятия, там концерты для детей с ограниченными возможностями. Волонтеры проводят тренинги, где каждый человек может реализовать себя как настоящего человека, добродетеля, или улучшить свои навыки в каких-то характеристиках, стать честными, добрыми и помогать людям. Волонтер – человек особенный, человек, у которого есть своя семья, работа, учеба, личная жизнь, но у которого всегда найдется время на добрые дела и поступки ради благополучия других. Не потому что надо, а потому что по доброй воле. Волонтеры, они помогают старым людям. Они проводят мероприятия, концерты, организовывают субботники. Что такое волонтер? В этом слове можно увидеть многое. Помощь, искренность своих действий, бескорыстность, толерантность и понимание. Так можно продолжать бесконечно. Лично мое определение – волонтер – это человек, помогающий другим людям, которые нуждаются в его помощи. Причем, помогая, волонтер не ищет выгоды, а находит только внутреннее состояние души.